Hits FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря. Компания «Ростелеком» готова порадовать своих клиентов более высокой скоростью. На днях состоялась федеральная видеопресс-конференция, на которой журналистам страны рассказали о новой тарифной политике «Ростелекома» и о планах развития телекоммуникационной сети компании на ближайшее будущее. Первое и главное – «Ростелеком» делает окончательный выбор в пользу оптики. Сети будут строиться быстрее и охватят большее количество домов, а потребители получат услуги на более высокой скорости. Раньше мы придерживались, так скажем, технологической нейтральности между технологией XDSL и оптикой. То теперь окончательный переход в сторону оптики. В городе Ишкар-Ала, значит, и Медведевский район, город Медведево, охвачено более 90% домов оптическими сетями связи, соответственно, совместно с оптическими узлами доступа. В первую очередь, это же повышение качества услуг, это первое. Второе, скорость. Соответственно, если технология XDSL, ну, максимум до 24 мегабит в секунду, то здесь мы абоненту можем предоставлять услуги до 100 мегабит в секунду. «Ростелеком» предлагает перейти на оптику всем желающим при наличии технической возможности. И вместе с тем представляют новую линейку тарифных планов «Fast», коротко которые можно охарактеризовать так – больше скорости за те же деньги. Например, интерактивное ТВ плюс интернет на скорости до 40 мегабит в секунду будет стоить для вас всего 610 рублей в месяц. Напомню, что интерактивное ТВ – это новый шаг в развитии привычного телевидения, позволяющий управлять эфиром, ставить его на паузу, смотреть то, что уже выходило в эфир, и многое другое. Кстати, количество абонентов «Ростелекома», подключивших услугу «Интерактивное ТВ», достигло 2 миллионов человек. В честь этого события в каждом регионе был награжден самый преданный абонент. В Мариэл им стал Валентин Лоскутов, подключивший «Интерактивное ТВ» больше года назад. Ну, использую с первых моментов, качество очень хорошее. Раньше был телевизор, ну, такой 32-дюймовый, сейчас уже качество посмотрели хорошее, взяли 42-дюймовый телевизор. Что нравится, ну, например, при просмотре футбола, можно на разных каналах, идет с разных ракурсов, очень хорошо смотреть. Потом нравится также функция просмотра передачи за последние трое суток. Можно что-то ночью идет передача, а охота вроде поспать. Ну, днем ее можно просмотреть, очень удобно. В конце 2013 года пакет интерактивного ТВ пополнился новыми каналами, которые полюбятся и взрослым, и маленьким зрителям. Новые тарифные планы интернет и интерактивное ТВ доступны новым и существующим абонентам «Ростелекома». Оставить заявку на подключение можно на сайте компании «Ростелеком», обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8 800 100 0800. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Blitz FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря.